Здорово, народ, с вами Имба. Марафон «Месяц видосов» в силе, и это уже 5 из 31 видео. Сегодня мы отправимся в довольно веселый режим Dota 2, но все One Punch таски. И как вы поняли, все будут играть за тасков, но не за простых, а за малость имбанутых. Из родных скиллов остались только шар и ультимейт, два других заменили на бульдоз и пассивку Хускара, а чтобы совсем имбануться, ему добавили стаки пуджа и души СФа. Играем в тестовом режиме, если вам заходит, поддерживаем лайком, чтобы вернуться сюда еще раз. Погнали! Хорошо играешь в дотку, но не получаешь денег. Это все исправить может один сайт. Просто поверь мне, 5 на 5 или раз на раз. Тебе решать только здесь и сейчас. Турниры на любой вкус на сайте e-pulse.com. 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 Залетай, покажи скилл. Не, ну, раз рандомно повыдавало героев, тогда ладно, уж банить не будем. А что там? Ее, два одинаковых таска. Я в мид. Какой ты мид? Я мид. Так. Или ролл, давай. А вот интересно. Угадайте, кто где. Че по светам? Как бы все честно, давай. Таску дали, куру заберем. А что мы делаем? Я не знаю. Я как обычно пойду пофармлю. Ладно, иди. Давайте, короче, таск на мид, пацаны. Я решил. Панда, давай ты без мида, а, окей. Я с мидом. Не-не, панда, давай ты не мид, пожалуйста. 86-8. Господи, как вас отличать? Не сам не знаю. Я тебе не доверяю. Особенно если еще сделать на мини-карте, короче, понял, именно иконками героев. Вообще с ума сойдешь. Так, голубой иди. Тупо таски одни. Голубой иди отсюда. Голубой это ты. Голубая луна. У меня 86 отстань. Так, кто со мной? Бан, это кто? Это я. Жабка, давай, может, по шарам дадим им. Значит, Фокси соло стоит, все. Решено. Ага, у нас два бана. Посвети, посвети. Ааа, я не увидел. Все переплечено, так сказать. Я пойду сейчас пить. Иди, не пойдешь ты пить эту запись. Ой, хорош. Забрал. Все, валим. И не меня. Ну какой ценой? Нормально все? Нормально. А че, может, на развороте? Давай. Артемида фидит. Ты фидишь. Ой, я не достал. Давай этого. Не, подожди, подожди, подожди. Или душим. Меня просто... там пассивка, не надо. Давай, давай пофармим немного просто. Я его скидал спать. Хорош. У меня дальность убрал. Ой, а вот этот умрет сейчас. Отлично. Еще и две души дали. Вот это вообще классно. Это подожди, а пассивку не включать что ли? Нет, ничего вкачивать. Пассивка 5 здоровья реген дает за один стак. Так, пошли выбивать. В натуре. Ой, смотри, нам на тебя поехали. Давай, давай, стой тут, сейчас я его тоже. У меня 5 регена, вы чё, ребят? Нормально все. Иди сюда, ребят, мышь. Тут надо драться 24 на 7. Просто постоянно драться. Сейчас мне КД, подожди, можешь. Ну ёбана панда. Тихо, блядь, тихо, ты чё так ругаешься, алё, гараж. Извините. Деревенский что ли? Господи, миллион тасков, до свидания, парень. О, а косяк, косяк, братан. Чё так много, 27. Нормально, а две пассивки есть. У меня 10 душ уже. А я не получаю. А, не убиваю. Шо, у меня панда ворует. Кто сказал? Не, братан, у меня немного больше урона. Я понимаю. Че я спросил? Ну домой, я сказал. Так что, въезжаем? Ой, отходи. Сюда иди. Ух. За душу. Зачем второй стрим, конечно, здесь, я вообще не понимаю. А, бульдоз, ну, катиться быстрее, не знаю, там, выкатываться, вкатываться, закатываться. Работает? Перекатываться. Да, давай им сюрприз в кустах устроим. А меня видно, интересно, сейчас? Последний раз, когда такое слышу, человека посадили.
Так, тот таск вряд ли подойдет. Отойди, чтобы крипы подальше прошли. А, все, 16 это максимально, да? Что 16 думал, максимально? Флэшхип дает по 5 а, нет, не максимально. А он, оказывается, просто написано восстановление здоровья на увеличено. Ой, я не до того поехал. А, где я? Ну, а, меня вот интересно. Давай, братан, подеремся. Сюда ходи. Так, поехали. Есть О, еще? Нету. Давай под тавер, под тавер. Все, не надо, не надо. Сейчас что ты хочешь сказать мне, сына? Нужно сделать будет. Так, я не могу через тебя добивать крипов. Ты своей тушкой закрываешься. Поехали. Душим. Есть еще? Хорош. А, где он? Отлично. А у меня уже три пассивки. Мне уже, в принципе, немного пох. Так, сейчас брони еще немножечко подберем и нормально. Подожди. Пять силы? Вот это мы его наковыряли. Ковыряй потихонечку. Медалька? Серьезно? А, ну да, я же забыл. Блин, по мане проблема немного. У вас там как вообще на вайнах? Мы одни тут с жабкой развлекаемся. Ледяная эти дают. А сколько душ максимально? Стандартное количество или как? Аганим, наверное, тут весело будет собирать. Не, вряд ли тут. Нам это. А они не знают, если нажимать сразу, то он сразу покажет. Ой, смотри, вот тут. Я сейчас поеду. Не видят. Лидер у меня стоит. У нас фейк пришел. Так. Так, а, не, стакнулась. Фу, я думал, не стакается. Уже побоялся. Нормально все. Я, наверное, барабанчики соберу немного. Немного? Немного барабанчики. Да, и медальонку тоже хочу. До максимума? Было бы неплохо. Давай. Слушай, что ну вообще неубиваемый, плюс здесь регена просто на ровном месте. Больше 5000 душ можно. 37, тут не ограничено. Едем? Душ. Убиваем его. Соседнее село. Да. Не, не убиваем, ладно. Давай вот этого таска. А! Достал! Катись с него. Ну, скотина взял, нас двоих забанил. Застанил. Забанил. Бан. Я забаню, бан. А, сбежать. Бежать. Что, душим? Давай, я сейчас на второго. Есть на развороте? Я не знаю, на кого я взял. А, я на того, да. Все правильно. Здорово, братан. Пока, братан. Душим. Не, нестандартное число душ. Ага, я а как же? Знал. Заденайлся, проверяй. Денайер 3000, блин. Подрунку возьму. Че, пацаны, по силе у вас? Одна сила, но 40 душ, даже больше. Ну, понятно, фармер. Да тут души по одному урону дают. Ну, как ну, бы, 40 урона тоже на дороге не валяется, на секундочку. 46, да, просил бы. Все, ульта есть. Вот это сейчас весело будет. Знаешь что, я, наверное, соберу не барабаны. Хотя не, барабаны пусть будет. Ладно. Я саблю хотел собрать, на самом деле. А дизольку еще купить. Это сабля неплохой, да. Езжать! Так, а можно, катись, пожалуйста, где-нибудь жертву увидеть? Знаешь что, давай катись, панда! Катись отсюда, панда! Ход конем сделаем. Ты можешь катиться в него, пожалуйста? Ты можешь, вообще нет? Можно сыну домой? О, нашел жертву. Сейчас мы в него как въедем. Сюда иди, мышь. До свидания. Ага, я понял. Я своего прессую тоже. Прессуй. То как тебя убить? Ясно. Мало еще урона. Лежать, сын. Кто там на нас? Кто на Кавказ? Да, надо как-то побольше в урон уйти. А вот его заберем? Че? Есть чем вкатиться? Это лучшая каста, которую я видел в последнее время. До свидания. Да, тут 25 уровень получить вообще весело будет. Слушай, подойти. А за героев же много-много должны давать душ.
Почему не дается? Сколько там? 10 душ вроде за героя должно даваться? Да, ну тут скрипов по 2, тут если так дается, то это бред. Вообще непонятно. Соло! Ну очень интересно. Кто там 10 уже? Это я. Соло делаю. Так, вот здесь вижу цель, не вижу препятствий. Свети, 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 сейчас на обход. Ага, здорово, братан. Что ты мне хочешь сказать, сын? Что? У меня урона больше, чем у тебя хп. Ну давай. Ну, зачем? Не тайминговый, не тайминговый. Задушили парней. Смотри, смотри, смотри. Я это хоть записываю, я это записываю. Давайте отойдем от этого. Куда? Так, Twitch. Пацаны, слышите? Нормально живем. Мы слишком быстро все делаем. Опа! Сейчас вот этого задушу. А почему? Не-не-не-не-не-не, сюда, здесь я драться не хочу. Я хочу. Тут на мужика. Куда пошел сын? А дизольку кто-то собирал уже? Я собрал почти. Да и я. Ну я думаю, тут в принципе каждому можно по дизольке, да, собрать? Да. И не париться. Давай вот на это. Ой. У меня мана закончилась. Нет! Я тупой. Так, оставьте кого-нибудь там одного, чтобы они хоть немного получили. Так вот я убили его. Делать, потому что игра закончится за 5 секунд. Не, на самом деле, тут и так все понятно. Отдайте тавр, деньги. Таски победили, мне так кажется. Один в поле воин. Но фидеры пошли. Да, когда ты слишком сильно уверен в себе. Не, ну как бы надо хотя бы. Только один человек слишком уверен в тебе, пошел число. И это не. Фору, фору давайте. Что, пацаны, один в 5 выхожу, вот убьете, убьете. Так, тут меня кто-то убить решил. Тут братан, у меня да. Есть варды. И поэтому ты в проигрыше. Дах. Угу. А куда поехал? Умирать? О, ладно, Артемидас. Я это уже видел, Артемидас. Тупо в 4 какой ствола. Мем было. А, там, где эта маленькая девочка сидит вокруг большого количества. Нет, я тоже только мем видел, что вы. Ничто не хочу сказать по этому поводу. Просто красивая картинка. Жалко девочку. Бейте его. Что, давай, давай. Да не помогайте, давай. Он сказал один выйдет на них. Не помогайте. Я сказал один выйду. Сказал один выйду. Это вы все пришли, да? Ну, конечно. Соло. Надо набивать. Вот, ты на меня еще наехал. Не, на самом деле, вообще абсолютно равных положениях. И судя по комментариях о том, насколько сильный у меня уровень скилла, у них даже шансов больше должно быть. Поэтому, не, просто я к чему сейчас это все говорю, довольно часто пишут мне. Вот, а набрал, короче, не умеющих играть людей, и в итоге, типа, изи-катка. И потом тут же комментарий, ни хрена сам играть не умеешь. Вы определитесь. О, ребят, что-то вы прям вообще там жестко. Кейтры запомните, сами вы не умеете играть. Угу. Ладно, пойдем давить. Уйдите оттуда. Уйдите оттуда. Ой, ушел. Наверно. Угу. Тихо, главное уйти. Главное ушел. Давайте, через фонтан, быстрый телепорт. Ну, я серьезно говорю. Фонтан. Так, ладно, я отхожу. Ладно, я просто возьму и уйду. Артемидас, менты, беги на фонтан. Тупо на ноге. Я пошел. Я в лесу стою. Вообще, нафух. Да они не отпускать не хотят. Ну, тебя, конечно. Убили? Отлично. Бля, задушили. Не, ну, кстати, с таким количеством контроля в пятером они должны тебя убить. Да очень что вы никогда не в пятером на тусках за мной бегут. 3000. Серьезно? Я все души потерял. Все? Все. Да, там все теряешь. Не, парни. Да вон там, что ты, что тебе надо? Чё ты? Все, ну. Пора с вами разбираться, ребят. Алло, все души потерял. Так, сюда ходы. Что, домашняя заготовочка пошла? Ох, ничего себе, там урона прилетает, слушай. Ага, а как же? Что ты там про мою маму говорил? Сейчас я вот этого убью, потому что он хотел меня убить. Я, ну, если что, не быкую. Все, я его убил, я ухожу. Да, о, господи, сразу все сюда пришли. Я говорю, не быкуйте. Выходим, давайте 999 уровень получим, попробуем. Да. Пойдем Рошана завалим. Слышишь? Пойдем. В смысле, пойдем. Кому нужно ваше пойдем, если можно соло? Можно всем соло. Для всех соло? Да, каждый по одному удару даст, нормально. Сбей ему линку, пожалуйста.
Я достану, интересно? Нет. Пусть он подойдет вот сюда. Слушай, условия ставлю. 72 души. Боевая артиллерия поехала. Так, ну что, давай. Ой. Понеслась. Следующий. О, вот это получше. Сколько? А, у тебя дизель? Ой, да. Как каждому таску захотелось взять себе по Егису. Идите фармите. Нашлись тут, убейте сразу. Похоже, героя фармить, а? Да, я хотел сказать. Что, домашний? Даже 25 уровень. Не, ну блин, на самом деле, если вот... О, понятно, пошли фармеры. Пацаны, только в мид не выходите, пожалуйста, дальше. Просто душат. Тупо 300. Змеи. Сын. Змеи. Так, короче, давайте 39 на 5, просто... Пятером на фонтан, блин, 77 душ. У меня 121 душа. Ну и нормально. Давай. Пойдем на мужика, просто тупо давай, все, слишком много преимущества, да, у нас. Надо уравнять, собрались все тут, быстро. Никого только по дороге не убиваем. Нет. Случайно даже. Даже случайно, знаю я вас, вот это вот. Ой, кнопочку нажал. Вот сюда, вот сюда. Так, ладно, один уже отправился, все, собираемся. Да у кого Егис? У кого Егис, тот умирает два. Так, я о чем говорил? Пойдем, все, идем на фонтан. Просто на фонтан, прямой дорогой. А, корм. Блин, я ж попросил, не убивайте по дороге. Все, сейчас посмотрю. Смотри, Влад, смотри, вот что это такое? Куда? Умирай. Я умираю, я раскаялся. Ты только не убей. Не убиваю. Все, вот сейчас поинтереснее будет. А ты на фонтан иди. Иди на фонтан, давай как все. Куда пошел? Иди. Иди, кому сказал. Иди. Иди на фонтан. Ты кого? Ну это бан, я прописываю. Мне надо было... Косячник, просто косячник. Договорились, каждый идет. Блин, надо было опыта 1000 поставить. Ну тут, да, тут надо опыт, чтобы... Зайди на гребаный фонтан, что ты ходишь тут? Кота за яйца тянешь. Все равно еще Егис, давай заходи быстренько, самоубивайся, как мужик. Как все. Че у них там? Господи, по два заряда, бедных. Ага, вот так уже поярче чувствуется. Ну и золото каждому. Меня фонтан убил. А, им еще и не... Ну, главное, опыт дало. Да, по-моему, нифига там не дало. Я 14 уровень, им от этого опыта ни горячо, ни холодно. Да. Не, мне кажется, должно ему опыта дать. На пятерых опыта разве? Ну и черт его знает. Ну вот они восьмые. Что, ноль душ? Теперь их можно убивать? Нет. Гля, какие они агрессивные. Не могу друга не спасти в беде, это просто грех. Он тебе не друг. Так, Артемидас, мне кажется, тебе надо этот, наскучило с нами играть, да? А говорю... Говорили, тебя там позвали куда-то сейчас вроде, да? Говорю, аборт грех, убивать других тоже грех. Блин, как хочется, конечно, треснуть ему, чтоб аж по швам разошелся. Ладно, давайте это будет, короче, тестовая кастомка, тестовая игра, точнее. Если зайдет, мы поставим реально 10 тысяч опыта. Так, на кого там медаль повесил? Мы поставим 1000 опыта процентов, чтобы, ну, типа, 1000 уровень все быстренько получали. Точно. Ты куда такой, в кого-то такой быстрый? И перезапишем ее еще раз, вернемся. Если можно убивать, то я гнилой. Да, все, можно пушить трон. Ломаем. Я без буш. Наша цель была затестить кастомку. Мы же тестеры. Я пушу. Они нас не убивали, у них стаков нету, типа, и у них нету силы вообще. У меня 125 силы плюсом, как бы. Как чел. И у меня 110. Как чел с 1500 хп может перебить тустер с 4 хп? Ну, в принципе, да. Это у тебя плюс 110 силы. На секундочку. Спасаюсь. А, это не ты? Ох ты, жесть, сейчас что будет происходить? Тупо жесть. Что расскажешь? Что еще расскажешь? А как я всех убиваю? Влад стиллер. Просто стиллер. Кикайте. Пойду опять. Уволен.
Не, ну пацаны молодцы на самом деле, до последнего прям на мужика, минус 3. Как ты делаешь? Я на самом деле думал, что там за счет того, что 150 или 200% опыта и силы стоит, убейте его, правильно. А, то, ну, типа быстро получится. Душим. Слушай. Я умер. Вот, но с учетом того, что им абсолютно ничего не дали, фидиться под фонтаном было бессмысленно. И шо? Не-не-не, я передумал. Что-то. О, Фокси, давай на мужика, тащи, братан, сейчас тебя задушу там. Дай а вот тебе бить! Это Мизер наш? Нет? Мизер наш это я. Нет. А, все-таки ты. Ты вот куда идешь? Вот не надо. Иди отсюда. А, ты агоним собрал? Да. Нормально. Мой. Так, меня душат. Толпой душат. Иди отсюда. Тихо. Продолжаем. На мужика. А, я хочу уйти. На мужика хочу отойти по-мужски. Ой, жесть. А, ты его откнул, ой, дурак. Ну, я кстати. Сам на мужика. Нормально. Я думаю, можно будет сюда вернуться с немного другими условиями. Можно будет даже собрать чисто 10 активити и 5 на 5 сыграть полноценной командой, чтобы было максимально интересно. Лайки все решат. Я уже лайкнул. А ты хотел бы проводить время в веселой компании, играя в те же кастомки, про которые смотришь видео? Тогда добро пожаловать на наш сервер Discord. Более 5000 человек уже присоединилось к нашему сообществу имбанутых, не хватает только тебя. Присоединяйся к нашему серверу Discord по ссылке в описании.